Разработчики лучших IT-проектов 2016 года были награждены в Нижнем Новгороде. Свои проекты на первый областной конкурс представили самые разные участники, от школьников до крупных IT-компаний. Одним из лучших проектов был признан «Лесной дозор» – проект, созданный для раннего обнаружения лесных пожаров. Принцип действия системы основан на размещении видеокамер на вышках операторов связи. А мы разрабатываем специальное программное обеспечение, которое этими камерами управляет, позволяет обнаруживать пожары и определять их координаты. У нас 6 патентов российских, подано несколько заявок на получение патентов в Соединенных Штатах для выхода на международный рынок. «Лесной дозор» действительно это один из тех проектов, который уже не первый год развивается. И я думаю, что совершенно заслуженно сегодня является одним из победителей нашего конкурса. Кстати, конкуренция была достаточно высокая. У нас почти 150 заявок было подано. Около сотни в итоге пошли действительно в экспертную оценку. Мы увидели, что действительно потенциал Нижегородской области, еще раз подтвердили, что он в сфере информационных технологий очень высокий. Я больше чем уверен, что этот конкурс станет у нас традиционным. Мы, как московский инновационный проект, имеем партнеров в Нижегородской области и хотим сказать, что они на передовых позициях. Конкурс любой классный. Я не буду выделять какие-то отдельные проекты. Мне понравилось, честно говоря. Я был уверен, что здесь в области будут правильные решения, потому что это 4-е или 5-е по величине производитель в России программного обеспечения. То есть вы, вообще говоря, один из лидеров российских, который не только там российский лидер, который заметен на мировом рынке, а компании, которые здесь работают, они просто известны в мире. Если мы не знаем всего массива, не можем представить себе масштабы, не можем определить лучших, распространить их опыт, взять эти проекты, начинать их реализовывать, наверное, это плохо. Но вот с введением конкурса IT-проект лучший года, это, наверное, проблема решена. Сейчас уже многие проекты реализуются, и я думаю, что по результатам конкурса мы отберем самые лучшие проекты, конечно, будем их использовать, и не только у нас в области, но и предлагать нашим коллегам в соседних регионах.